Еще одна югорчанка тоже ответила на обиду, но не иском в суд. Егорские следователи возбудили уголовное дело. Жена убила мужа. В Малом Алтыме Октябрьского района 34-летняя женщина отомстила 37-летнему супругу за обиды, оскорбления и побои. А именно 8 раз ударила его ножом в грудь. Произошло это прямо на улице. От ран мужчина скончался на месте. Супругу задержали. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого. Расследование продолжается.